Всем привет, с вами Inform TV. Жена резидента Comedy Club Гарика, Кристина Асмус, уехала вместе с дочкой в Эмираты и уже прислала первые восторженные посты в Инстаграм. Фанатами было тут же замечено отсутствие на фото Харламова и непривычная для последних постов Асмус радость на лице. Тут же они предположили, что близится развод звездной пары, обсуждаемый уже не первую неделю. Ранее сообщалось, что Гарик обвиняет Асмус в измене. Как известно, он любит выпить, к тому же не спортивен и имеет проблемы с лишним весом, что не раз высмеивалось даже его собратьями по ремеслу в прямом телеэфире. К тому же Харламов довольно известный похабник и любит частить матерные шутейки и перепевать известные песни уважаемых артистов на формат ниже пояса. Чего только стоит его караоке, в котором он перепевает Михаила Боярского. И вот, видимо, в этот раз Кристина не выдержала. Она все-таки растит дочь рядом при муже, который выпивает. Она не раз публично заступалась за Гарика, убеждая всех, что в отношениях у них все отлично. Но фанаты всегда замечали ее осунувшийся вид и депрессивное состояние Гарика, видимо, из-за тщательно скрываемых размолвок с супругой. Однако же на кадрах в Дубае Кристина просто светится счастьем, что также дало фанатам пищу для размышлений и позволило предположить, что ее мог осчастливить какой-нибудь араб в отсутствие мужа. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.